Всем привет! Мне пришла новая посылка из Китая. Она маленькая, поэтому ее положили в почтовый ящик, что было очень удобно. Не пришлось стоять в очереди на почте. Посмотрим, что там внутри. Я заказывал LongPass экофильтр 760 нанометров. Открываем конверт и достаем футляр. Немножко отклеилась наклейка, поправим это. И посмотрим, как выглядит сам фильтр. Фильтр чистый, внешне не имеет никаких дефектов. Диаметр резьбы 40,5 мм. Рабочий диапазон от 760 нанометров. Это значит, что фильтр отсекает весь видимый спектр и работает только с инфракрасным диапазоном. Применяться он будет в составе комплекса автоматического распознавания номеров вместе с камерой Mobotix. Давайте посмотрим, как работает камера с LongPass экофильтром в сравнении с обычной камерой в ночном режиме. Мы сделали три снимка одного и того же автомобиля, включив ближний свет фар, затем дальний свет, а в конце выключили ИК-подсветку, чтобы показать, насколько незначительно изменилась картинка с обычной камеры. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ссылка в описании.